Как говорится, век живи, век учись. В общем, я все перепробовал, что растет в парке. Все, что цвело, все, что росло. Но почему-то вот эти вот красненькие ягодки меня сбивали с толку. Я считал, что они ядовитые. И вот сегодня из первоисточника мне сказали, что это съедобно. Вот, склонен верить. Попробовал. Попробовал одну. Попробовал вторую. Горько-сладкий привкус. На любителя, конечно. Но довольно-таки приятная. И вот сейчас я вижу, что они на вид аппетитные. Форма сердечка аппетитная. Но я все равно до сих пор вот я смотрю, но на вид они ядовитые. Тем не менее, эта ягодка довольно-таки вкусная. Кушать ее можно. И вот пару слов расскажу об этом растении, об этом кустарнике, который очень часто встречается в Ялте. И вот, как выяснилось позже, жимолость красная – это, как правило, ядовитое растение, которое широко распространено как в лесах Сибири, так и в садах Европы. Однако существуют и съедобные разновидности этой культуры, ягоды которых можно употреблять в пищу без вреда для здоровья. В природе насчитывается около 250 видов жимолости. Все природные разновидности красной жимолости ядовиты. Употреблять пищу можно только искусственно выведенные сорта этого растения. И культурная разновидность красной жимолости – это довольно-таки вкусные ягоды, богатые витаминами и микроэлементами. Ну, прежде всего, чем отличаются они, это характерная такая особенность этого представителя семейства жимолостной, это раннее цветение, начало которого происходит еще до полного формирования листьев. При выращивании в южных регионах красная жимолость декоративно круглогодична, так как способна не сбрасывать листья даже при значительных похолоданиях. Этот многолетний кустарник в дикорастущем виде встречается на Дальнем Востоке, в северных регионах Кореи, Японии и Китая. Существует ошибочное мнение, что для употребления в пищу пригодны только ягоды синего цвета. Но на кустарниках некоторых сортов жимолости формируются ярко-красные съедобные плоды. У сочных ягод приятный сладкий и освежающий вкус с едва ощутимой горчинкой. Они используются для приготовления варенья, джемов, домашних настоев, компотов и киселей. Кустарник отличается пышной густой листвой, за которой даже ягоды не видно, в принципе, если не знать, что они там есть. Повторюсь, что жимолость, которую показываю я, это съедобный вид этого растения, в котором находится высокое содержание витаминов и микроэлементов. Плоды этого кустарника помогают быстро избавиться от авитаминоза и укрепить иммунитет.